Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Первый Караван, с вами Валентин. И сегодня у нас на обзоре знаменитый прицеп Хобби, а именно модель Excellent 540 UFF. Прицеп 2002 года выпуска, на две зоны отдыха с королевской кроватью и с санузлом по центру. Но все остальное дальше в обзоре. Поехали! В передней части у нас окно, имеет солнцезащитные шторки, москитные сетки, и окно у нас двойной стеклопакет. Оно у нас одно, а не три, как в английских караванах. Конечно же, ручки для поворота прицепа, габаритные огни также есть передние, и рундук для подключения и установки двух газовых баллонов. Можно по 27 литров сюда установить газовые баллоны. Две лапы в передней части, ну и, конечно же, дышло. Дышло по длине у нас 1,30 м с прицепным устройством Ветрохов VS3000, с стояночным тормозом, с накатным тормозом, с колесом для лифтования прицепа и с фишкой для подключения на 13 пин. Пойдемте дальше. С левой стороны окно ведет в нашу переднюю зону отдыха. По центру у нас находится санузел, соответственно, здесь у нас отсек под кассету биотуалета. Гнездо для подключения кабеля 220 вольт, окно, ведущее во вторую зону отдыха, и рундук для загрузки. Загрузки вещей. Также вы можете достать эти вещи изнутри, подняв диваны в задней части прицепа. Пойдемте дальше. В задней части прицепа у нас окно, ведущее во вторую зону отдыха. Габаритные огни, ручки для поворота прицепа. И здесь, вот как у многих хобби старых моделей, здесь есть лестница. Вы можете ей пользоваться, то есть она как бы исполняет свое функциональное назначение. Можете забраться на крышу, и можно будет удобно чистить снег зимой, допустим, с крыши. Ну и, конечно, в задней части есть две лапы для упора. Пойдемте дальше. С правой стороны окно, ведущее во вторую зону отдыха. Снизу отсек под бак для чистой воды. Здесь у нас дверь делится на две части и имеет москитную сеточку. На двери у нас, конечно, есть отдельное освещение. Далее у нас окно, ведущее к кухонному блоку. И здесь же у нас отсеки от холодильника на вдув и на выдув. Снизу под отсеками у нас розетка 220 внешняя. То есть вы можете подключить какое-то оборудование напрямую к этой розетке. Ну и окно, ведущее в переднюю зону отдыха. Снаружи мы с вами пробежались. Ну а теперь пойдемте внутрь. Итак, мы с вами внутри. В задней части прицепа здесь у нас P-образный диван. Также можно разложить это место в спальную зону благодаря столику. Он опускается вниз и получается одно большое спальное место. Здесь может разместиться два взрослых человека. Под диванами у нас есть места для хранения. Допустим, под этот же диван можно загрузить вещи снаружи. Мы с вами об этом уже поговорили. И под местом, где я сейчас сижу, у нас находится бак для чистой воды. Также у нас есть места для хранения под потолком, как, собственно, и у всех караванов. Ну и в круг у нас, конечно, с каждой стороны есть окно. Все окна у нас с сетками и со шторками. Освещение у нас есть центральный плафон, который освещает прямо вот зону стола, прошу прощения, и угловое освещение, которое каждое включается и выключается отдельно. Ну и давайте теперь переместимся к местам для хранения, а именно к шкафу. Следом за задней зоной отдыха у нас следует шкаф для верхней одежды. Здесь у нас есть отдельное освещение, штанга для верхней одежды. Здесь же, кстати, лежит телевизор, который шел в комплекте с этим прицепом. Под шкафом у нас находится отопитель. Отопитель Трума. Это у нас воздушное отопление. Работает от газа и имеет раздув по всему салону. То есть прицеп протапливается у нас равномерно. Также в центральной зоне у нас, хочется отметить, есть люк. Люк 50 на 70 сантиметров. Также с сетками и со шторками. И имеет отдельное освещение по двум краям окантовки. Ну, дальше мы с вами посмотрим еще санузел, но перед этим давайте посмотрим на кухонный блок. Кухонный блок у нас стандартный для немецкого прицепа. У нас здесь три газовые конфорки и раковина. Все это у нас цельная конструкция, металлическая, смеситель находится по центру. Все это у нас закрывается вот такими вот защитными стеклами. Сверху у нас места для хранения, есть еще плюс два вот таких небольших отсека. Над кухонным блоком у нас окошечко присутствует с сетками со шторками, отдельное освещение на рабочую зону. Ну а снизу места для хранения и, конечно же, холодильник. Холодильник у нас, как всегда, работает от газа, от электричества и от аккумулятора автомобиля. Ну и давайте теперь посмотрим на санузел. Санузел у нас совместный. С левой стороны у нас раковина пластиковая, угловая и имеет снизу места для хранения. По центру душевой поддон. С правой стороны биотуалет. Биотуалет у нас статичный, неповоротный, с автоматическим смывом и с индикатором заполнения. Сверху у нас, конечно, есть множество мест для хранения предметов личной гигиены. Угловое зеркало с отдельным освещением. И наверху люк 40 на 40 сантиметров. Также, как и во всем прицепе, сюда у нас поступает
теплый воздух, то есть прицеп у нас так же, как и весь прицеп, протапливается. Вот такой вот компактный, но в принципе имеющий весь полный функционал санузел. Итак, вторая зона отдыха представляет собой такую вот большую королевскую кровать. Подход есть с двух сторон. С каждой стороны у нас есть тумбочка с отдельной розеткой 220, чтобы, допустим, зарядить телефон. Ну и снизу под этими тумбочками места для хранения. Также у изголовья есть места для хранения, и места для хранения есть под самой кроватью. Здесь, как и в задней зоне, у нас идут окна в круг, спереди, по бокам. Все они, конечно же, имеют шторки, и все они с двойным стеклопакетом. Наверху небольшой люк 40 на 40 сантиметров. И по освещению. Освещение у нас в этой зоне присутствует у изголовья кровати с каждой из сторон. Сама комната очень комфортная, напоминает номер в отеле. Ну и сама кровать довольно широкая. Здесь порядка 1,50 м. Одна из самых больших по размеру кровати в караванах. Вот такой вот у нас прицепчик получился. Хобби довольно известная фирма. Сама планировка подойдет как для двух, так и для четырех человек. Здесь очень просторно. Ну и в целом все. Приезжайте к нам на площадку, оцените конкретно этот прицеп и оцените другие наши предложения. Ну и всего доброго, дорогие друзья. Путешествуйте!